18-летний парень убил сотрудника и одного из посетителей управления ФСБ в Хабаровске. Нападавшего ликвидировали, но российские спецслужбы все равно проводят в городе спецоперацию. Кем оказался убийца и каковы его мотивы? Подробности в нашем сюжете. Кто-то там бегает с автоматами, вон, смотрите. Вон, с автоматами кто-то что-то вон бегает. Это Хабаровское краевое управление ФСБ. Вооруженные люди за забором. Местный спецназ. Натренированные бойцы ищут парня. Несколькими минутами ранее он открыл огонь на поражение. В результате убил ФСБшника и одного из посетителей. Нападавшего ликвидировали довольно быстро. Им оказался Антон Конев. Через 8 дней ему должно было исполниться 18 лет. По сообщениям местных СМИ, парень состоял на учете в органах как участник ненацистской организации и попал в поле зрения ФСБ еще в 14 лет. Сегодня его якобы вызвали на допрос из-за возможной связи с террористами. При осмотре специалистами взрывотехниками личных вещей Конева А.В., открывшего стрельбу в приемное управление ФСБ России по Хабаровскому краю, взрывного устройства не обнаружено. Как пишет местная пресса, оружие, из которого стрелял нападавший, было украдено из стрелкового клуба, в котором он тренировался. Оперативники якобы обнаружили там труп инструктора, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Полиция заблокировала все кварталы возле здания ФСБ и объявила о начале спецоперации. Ну они будут платить, что ли? Страх или что? Спецоперация. Ничего не закрыто. Были ли у нападавшего подельники, неизвестно. Спецслужбы пока довольно скупо комментируют произошедшее. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.